Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и это уже 106 выпуск моего города в Майнкрафте. Ну что же, сегодняшний выпуск, можно сказать, будет только про жилые здания. Вот, в этом выпуске я покажу пару пятиэтажек, свечку, в принципе, продленный проспект и новое жилое здание, которое довольно-таки огромное. Ну что ж, давайте начнем с количества жителей. Ну вот, количество жителей, конечно же, поменялось, и теперь в городе проживает 6427 человек, то есть это уже большое достижение, то есть осталось меньше половины, и у нас уже будет не статус населенного, точнее у нас будет статус уже не поселок городского типа, а уже полноценный город. Вот, это очень хорошо, в принципе. И вот я уже хочу сделать какой-нибудь флаг города, то есть у нас можно поменять еще флаг государства, то есть заменить российский цвет на какой-то вымышленный цвет, потому что тут у нас как бы люди, которые, ну, некоторые могут не любить Россию, я думаю, можно сделать так, чтобы всем нравился какой-то такой единый флаг, в общем-то, какой-нибудь сделать вымышленный. Ну вот, я не знаю, какой сделать, потому что у меня с этим какие-то проблемы, не могу придумать. Вот, я там уже придумал, допустим, желтый, красный, белый. Какая-то фигня получалась, так что если у кого-то идеи, то заходите в группу ВКонтакте, она будет в описании, и пишите туда вот флаг, ну, можете скинуть. Ну вот, в принципе, давайте теперь посмотрим обновление. Вот, как я уже говорил, в городе 6500 практически проживает. И еще хочу сказать, что, наверное, трамвай все-таки не буду стоить, потому что его тут не очень удобно строить, особенно через реку. Ну, в принципе, давайте потом посмотрим, так, прилетим тут немножко вперед. И вот, сейчас вам покажу это новое жилое здание. Давайте так, я не знаю, это как-то эпично так надо, чтобы его не спалили. Хотя вот, его можно уже увидеть. Ну и, в принципе, вот, оно довольно-таки большое. Да, и вот так будет наше новое жилое здание. Ну вот, сейчас поясню, что это за жилое здание. Оно не вымышленное, то есть картинку видите на экране. И скажу по секрету то, что в этом здании живет зомбайн, то есть в таком же здании живет зомбайн. Ну вот, по крайней мере, мне получилось все так же сделать. Вот, практически все так же. Вот, то есть у нас тут имеются балкончики, окна имеются. У нас тут такие вот тоже окна имеются, так выпирать немножечко, тоже окна. Вот сама лестница, тоже окна. И тут у нас балкончики в таких вот проемах. То есть довольно-таки интересное жилое здание, я его строил довольно-таки долго, потому что оно, можно сказать, такое не очень легкое, и у меня почему-то тут мало FPS. Давай сейчас какие-нибудь шейдеры полегче включим. Не знаю, что-то нагружается у меня. Все, думаю, так нормально будет. Да? Нет, практически так же обидно. Ну так выглядит, в принципе, это жилое здание. Ну вот, сейчас я расскажу особенности. Его особенности то, что тут у нас имеется лифт и лестница. Нет, давай все-таки включим другие шейдеры. Ну вот, в общем, тут у нас имеется лифт, лестница и мусоропровод. То есть все к реальной жизни. Такой у нас элитный жилой дом, в принципе. Вот, даже горник так сказал. Ну вот, вот у нас сама лестница, точнее, сама дверь идет к мусоропроводу. То есть у нас тут разный мусор будет валяться. Ну и борщ убирается. Вот, то есть как в реальной жизни. Ну и с другой стороны, тут у нас сам подъезд. Ну вот, как и был, у нас тут имеется лифт, вот наверх, и имеется лестница. Ну вот, давайте посмотрим теперь квартиры, они довольно-таки интересные. То есть давайте лучше поднимемся, ну, хотя бы до 9 этаж, там хотя бы беды есть, то есть будет лучше. Ну, имеется лифт, лестница стандартная. Вот, то есть у нас тут надпись еще на всех этажах мусоропровод. И такой вот у нас, ну не знаю, крышка, вот. Зайдем, допустим, в квартиру, тут имеется 4 квартиры на одном этаже, то есть прибыльное здание. Вот, имеется коридор, конечно же. Вот, то есть у нас такая комната пустая, тут только кровать и спальня, точнее. Ну и виды такие вот нормальные, в принципе, вон там теплотрасса, свечка новая. Ну и такое же жилое здание. Ну, неплохие виды, скажу я вам. Вот, у нас имеется кухня такая вот уютненькая, русская. То есть, ну, тут печка, холодильник, стулья со столами. Вон, тоже такие вот классные виды. Проходим дальше, у нас имеется такая вот обычная комната. Вторая, то есть у нас двухкомнатная. Тут у нас имеются книжечки, шкафчик, но, к сожалению, лаганая версия D7.2 двери. Ну и, конечно же, столик имеется. Ну и виды свои тоже. Ну, проходим дальше. Ой, тут открыл зря. Так, что у нас дальше? Тут у нас имеется как бы уже туалет, только тут у нас туалет с окном, то есть окна в туалете и ванне, то есть совмещенная. У нас виды на ту сторону, и имеются даже на ту сторону, на пятиэтажку. Вот, то есть такая-то у нас особенность. Давайте пройдем, посмотрим следующую квартиру. Они на самом деле практически все одинаковые, но есть отличия. Это туалеты и ванны. То есть у нас тут по стандарту все так же, только другие немножко виды. Вот. Идем дальше. И у нас тут уже
элитный туалет, можно сказать, такой вот. Элитный туалет, ванная. Вот. У нас имеется туалет, ванная, такие вот виды. И имеется балкон, то есть совсем уже, можно сказать, странности, да? Ну вот, получилась эта странность, потому что... Ну, по картинке, в принципе, я не рассчитал, что у нас должен быть балкон. И получилось как-то так. Ну ладно, в принципе, это норма, да. Вот. Ну, в принципе, такие же планировки там, то есть на той стороне, только там, естественно, нет балкона. Хотя нет, есть балкон, да, давайте сейчас я вам тоже покажу. Вот, совсем забыл показать вам это. И выход на крышу вам покажу. Да, что-то я растерялся, что-то. Здание просто реально большое получилось, и много чего тут у нас имеется. Вот, заходим в эту квартиру. Как видите, тут все стандартно. И тут у нас имеется... Тут. Точно тут? Да, тут у нас имеется выход на балкон. Ну, такой вот у нас балкончик выглядит, таки прикольно. Конечно же, красивые виды, как всегда. И также вот тут вот. И на другой стороне то же самое. Вот, то есть тут все так же. Вот. И, в принципе, давайте теперь посмотрим выход на крышу. Вот, лестницы нету, только через лифт можно попасть. Вот, то есть так поднимаемся дальше. И вот, у нас выход на крышу. И что у нас имеется? Ну, такая стандартная русская крыша, то есть у нас провода висят, разная вентиляция и так далее, трубы и так далее. Ну вот, в принципе, дом получился, согласитесь, разнообразным. Вот сейчас с утра включим. Эй. Вот. Тут такая же крыша у нас, в принципе, и зад дом такой же. Ну и, конечно же, свечку я тут поставил для разнообразия. Вот, теперь полетаем дальше. Вот, там тоже покажу вам обновление. То есть сворачиваем по Литейной улице. И я тут построил такой вот мини-базар, в принципе. Конечно, выглядит он пусто. Ну, такой вот мини-базар. То есть тут у нас, допустим, сидят продавцы, продают разную одежду, еду. Ну, что там обычно на рынках продают обычно. То есть такие у нас лавки. Вот. То есть такой вот у нас мини-базар. Вот, проходим дальше. И тут у нас имеется новые 5 пятиэтажек. То есть я тут поставил еще 5 пятиэтажек. Ну, выглядят они стандартные пятиэтажки. Вот, только они повернутые. Ну и, в принципе, это были все обновления в моем городе. Ну а с вами был Скелетор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!